Да он элегантный, ты не понимаешь. Да похуй, блядь. Ж, блядь, элегантность, это, блядь, это пальчик это в сторону, да? Белый значит элегантность. Блядь, Мадина, я не знаю. Ну, у тебя Т4 есть, фу, камни полированные есть. Не знаю, что ты Тактику это знаешь. доебываешься до него. Полированные, Он, блядь, еще нихуя ты. полицейский. Ты Ну, видишь у каждого мигалки у него есть на такое. ушках? Да. У тебя же этого всего нет, плюс тактику ты не знаешь. А, видел? Ну, блядь. И прям, Полированный, что ты сказал? а В чё с гостинке сидит камнями? Артём взятый. Ничего с Артём деньгами. взятый. Артём взятый. Артём взятый. Артём Здорово. взятый. Ну что там с Кто деньгами? такой ваш этот Артём? Ну, Который который взятый. Артём Приходил к нам. взятый. Артём взятый. Сратый. Артём взятый. Нет, он АФК, наверное. Я его перекинул. Кто АФК? Тактику на Ютубе видел. Видос твои. Камни, БК почти все. Блять, Мадина, ну мне кажется, можно попробовать. Раз мы синхана берем. Что, Фир не в ту сторону пошел? Смотри, у него 2Т10, 2Т4 на древне. Мы вроде Да? слева чистили. Там насрать вообще. А у тебя А, сова ну... есть, Мадина? Ну тут трэш восстановился. Хуёво, что нету. Мадин, привет! Так что, без разницы, пойдемте налево. По ДПС хуёво будет. Ну, в принципе. Шалфир там 30к дает, так что может и Кстати, вывезет. а чё там, кстати, соляра выпало, интересного? Соляры? Нихуя интересного не выпало. Жезл, посох, Посох на отлично, отлично. трансмог. Он. И Посмотрим еще. кинжал, что ли? Что там? Если Трэш выпал хинкаленка будет какой-то. тупить, нахуй, то возьмем Мадину, хули. Хули ты не дома? Так, а что у нас получается? 6 друидов. А в смысле, если, блядь? Там еще ханта можно свапнуть. Какого ханта? Пасифей, что у На тебя там? приколе. На приколе в натуре. Я не знаю, сколько он дает. На приколе ты тут? Чё с тактикой? Чё с ДПСом? Как дела? Тут. Он, Ой. блядь, с нами уже бегает, хуй знает сколько, блядь. А чё вы с той стороны пошли, блядь? Там же робот был. Там еще патруль какой-то ходит или нет? Наоборот, не Так, в ходит. смысле, трэш же резнулся, не? Не знаю, что там резнулось. Просто в сторону соляры пошел, в ту сторону. Я понял, нахуй. Прибегаю, тут никого нету. Ты пьяный просто? Да не, просто, блядь, этот Что, как он, выспался, чешу, блядь. дебилизм этот, как он, пространственный, это у меня есть, топографический, нахуй. Просто Настолько сам сознался. лево-право попутал, блядь. Это деменция Мне называется, ребята. кажется, продакт сейчас 50к даст на келе, короче, ну, с рыжей палкой и все, я понял. Хуяру на лопате. В смысле с рыжей палкой, блядь? Ну, с келя падает рыжая палка. Замечательно. А я думал, блядь, осколки додонил, Что, нахуй, блядь, нихуя себе. 50к отдать на этой залупе, блядь. Это надо сильно-сильно постараться. Мне кажется, это невозможно сейчас. А чё, есть у нас притон? Ну, Притон. я тебе скажу, в Засибири такой же мах, как ты, под бурстами 70к. Не, это я видел, что у меня, ну, чел, с которым я Там разговаривал, хэлла, подойти к под 80 Ватикону, хуярит. там надо суммануть притона, потому что он дал ранее. Ну я сейчас чекну еще на АФК, здесь Я он или нет. подлетаю. А чё, паловский грудак кто-то лутает? Что-то Бедом лутает. там, чтобы давать эти 70-80к на брусте, там и взаимное МК ему нужно, блядь. И, Ну, блядь, ТПС-очку, и всякую хуйню ему это понятно. докидывают. А я, блядь, в гильдии. Подхожу к Таурену, нахуй. А есть член, блядь, достаньте, пожалуйста, нахуй. Я на вашем уровне, блядь, буду. То есть как это ты, блядь, членосос получается? Получается, нахуй. Неплохая у тебя Зато аналогия, честно. блядь. А вас суммонить не пробовали? Чё, как суммонить? Будет Притона? притом, будет шкаф, будет суммон. Блядь, там бидон забирает, грудак, сука. Ну мы хила же одеваем сначала. Поем. Ну А потом понятно, все что. по приору. Понятно, что хила, блядь. А потом Леха берет. Ну, у меня наивысший приор почти. Ну, короче, я понял, Ты чё? я еще 2 КД поохраняю танков, нахуй, как Ты минимум, блядь. смотрел, что вышло? Три, я тебе скажу, А. три или четыре. Заломанов, А! радуйся, О, нахуй. радуйся. Ты раньше моего шамана соберешь Т5. А, ты в 4, ты 5, Ну, блядь. было бы странно, если бы я позже твоего шамана собрал бы Я да. Т5. Ты смотрел, что лучше ему голову, нонсета выбрать или что-то другое? Так у У него кого? приор выше, у Хэлла.
Не знаю, я попробовал Так он там голову. опала заберет токены, блядь, а Не, я же шаман-то... пал, пал в танк. Да, у него ж топал с шаманом связанный, блядь. Там грудак крутой Мне как, есть. смотри, руки, в принципе, никому не надо, блядь. Мне главное залутать то, как бы, как, ну, как бы... В котором сразу Либо типа перш, либо этот 3D. самый, либо плечи, нахуй, либо грудак. Короче, так Я и тоже скажи, выберу. подсосать руки. Ну, руки, да, чтобы, блядь, дали, типа, а, никому Там, не блядь, надо. слезу, которая в голове У заломанной человек накопилась, нет, надо будет держи. грудак стоять тогда. И все, нахуй. Там меткость, мастерство. Это Можно мой будет план. кольцо Не в ту убрать. сторону притон бежишь. И Не в ту один камень сторону. поставить на мастерство. Типа сэкономишь статы. Посмотри по карте, где рейд стоит. Больше крита станет там. Хосты или хита. Полукруг, это описываете. Левый проход. А что у тебя по этим, скажи мне, Ты по кому профессиям? говоришь? По профессиям. Портняга, Какой? кузнечика, Юва и Инжа. Ты Инжу не стал скидывать? Тебе хоста нет, ничего Не, не она мне лежит? нужна в Т5. Что за Я ебать? отскелился чуть-чуть от нее. Раньше сильно скелился. Теперь он больше этапа скелится. Мне кажется, Может, хапал нужен нам лучше сразу. это? Да, Какую-нибудь, хапал нужен, блядь, конечно. алхимию? Не А у нас знаю, если вообще они один ничего не паладин, что поменяют. ли, получается? Может, закину Ну, просто 120 по себе какой-нибудь проф. получается так. Так-то да, нужен хэпал. А что, ты тоже хочешь на мутики поплыть? Ну и совы нужны Нет, на тоже. мутике точно нет, нахуй, пизду, блядь. То получается, я могу на Но он в хапалу? Т5 поприкольнее, чем в Т4. Не, я понимаю. Днем он в Т4 будет намного интереснее, чем, блядь, этот комбо-трога. Ну, в Т4, Т4 там чисто спам идет. Да, я просто так фал говорю, ради фана, не больше, блядь, перса себе сделать. Че, Вилани не будет сегодня ничего? Нет. Ну, если взять голову с Т5 и нонсет Куда он грудак, опять съебался, шоколад? возможно, можно выиграть Да статус. хуй знает. Нихуя Я себе, это пойду. шо, сумон, блядь? Папу. Нет. Вы шо, так умеете, да? Ебать, уже можно было долететь 10 раз. Вот этот еще я не выбил. Так, сейчас этот патруль Ой, уйдет. я про него Стой, так и стой, думал. стой, стой. Сейчас они развернутся. Ну вообще там типа кольца надо будет ставить на хит тогда. Два причем. Бля, ты видел кольцо с БС? Просто пиздатое на кастера. Я охуел, блядь. Да там все пиздатое. С двумя сакетами это просто пиздец. Мне с БС только три не нужна. Вот я бы три не вообще сейчас хотел Пернатый, ты жестко. куда ползешь, Чё, ты блядь? уже три не хочешь? Стрела времени вроде. Сейчас по клюву С нащелкаю. наста. И плащику такой. Плащ беговый. Плащ реально беговый. Отойдите немножко, там Центурион сейчас крутить будет. Патруль идет. Отходите. Центуриона сейчас корни кончатся, грипнем. Если будет вихрь. Отходим. Хуярь корни, и мой патруль хуярить уже. Ладно, похуй. Обнулят. Как говорится, береженого войд бережут. Ты, блядь, понял, что ты сам сказал? Нет. Должен. Ну, пизданул так, не подумав. Абыны мовчка нахуй. А, классно, блядь, ты встань фул. Да, тоже так думаю. Одевай тринкет! ПВП-тринкет, да. Ты же говорил, надо ПВП-тринкет выбить.
Вот. На ретрика, блядь. И на ретрика. Совсем другой тринкет, блядь. Совсем другое дело. Талант, талант возьми, талант. Там талант хороший есть. Так, за контролю пока не поздно Центуриона подходящего. Что мне там? Еще взять? Инквизитора. Правильно, да? Да. Правильно сказал? Правильно, Инквизитора бьем, все правильно, да. 5 ИП. XD. Центурион крутит вихрь. Внимание. Ну если не собираешь, дай хоть лут. А, я забыл про все это дело. Я бью спокойно. Слакер. А, в натуре. Тут тоже очень опасные мобы есть. Надо их законтролить. К счастью, одного центуриона я законтролил, но второго не успел. Это, к сожалению. Неудачник. Был бы ты человеком. Центурион. А так, блядь, ты всего лишь нежить. Пида! ОБМ. Вообще их в это ебаное, блять. Вы ебу нахуй. Говорит, ровный мужик. Что там, 10 воронок выпало, да? 20 вроде. 20. Почему хуёво? Надо 30. Хуиться? Сам про 10 говорил. А ничего не слипнет? 4 куска, получается 4 на 3 и... 4 на 3 это 12, и на 2 24. Ой, чё это там 32к ДПС? Оно? Чё за хуйня, не понял. Кто 32к даёт? Лёх, это ты дал, потому что у тебя был ЛМ уже накрученный, ты шоками ебашил. Нормально, забей. Не переживай. Это фантомная хуйня. Это пройдет, Лёх. Это пройдет, да, не переживай. В ролях, вот ярость. Ох ты, ебать, лагает. Святая выпивка. Святая выпивка. Хулидрик, это ты, нахуй. Святая выпивка. Ягуар, что ли? Сука, ягуар, блядь. Бля, ебать, у славяна, конечно, вот юмор, пиздец, его вот рассмешить, блядь. А также беззубный лис. Кто, блядь? Мэтт Фокс. Ой, блядь. Мне показалось, беззубый. Безумный. Кто там еще у нас переводимый, блядь? Синхан, как переводится. Как? А чё вы дохнете нахуй? Почему так? Это не Синхан, это Сенан. Я поставил фулл в сане. Ты чё, хая не видишь, что ли, после... Ну, Сенан как Сен Андреас. Ебать, Сен Андреас вообще через А пишется, ебать. Сан Андреас, ебать. А не Сенхан, ебать. Ебать, ты попутал, нихуя. Сам ты попутал. Чачу, а что это за слово вообще? Такого слова нету, нахуй. Вестнить или Вестничан? А чё по сифе у тебя там, ты улетаешь по КД или просто отошла? А также телорезатель. Чё, блядь? Не, телокромсатель. Шреддер, да? Исключитель. Кромсатель, да, кромсатель. Так, что вот эту ближе? Представляют Vibe Squad. Не, у тебя хуя получилось. В главных ролях Райан Гослинг. Кассетный перевод подъехал. Ты Славу видел, блядь? Там Андрей Макаревич, походу, какой-то. Райан Гослинг Войт, или как будет правильно? Ура, у меня стерла.
Блять, а почему кстати, люди убирают? Я чуть не понимаю. А им дизарм дается этим маршалам? Нихуя им не дается, не надо их ко второй пачке трэша вести, что вы делаете? Вообще нихуя с ними не сделали. Ну, маршала и центуриона держит один танк вообще, блять. Маршала! Маршала! Хрень тебе, Аллах! Ебаный рот, нахуй. Ебаный мусульманин, блять. Кто маршал? Тебе только переводчиком работать. Ты... Блять, ладно. Это пиздец. Ебать. Мне кажется, кто упал лицом в пол, не может так шутить, нахуй. А может быть как раз наоборот, упав лицо в пол, только так можно шутить. Слава по маунтам, походу криминал. Какие маунты? Инши маршала. Снег, даже падая, продолжает идти. Снег? Да ну нахуй. Снег. Ибо реально ауф, блядь. Держите. Иншалла, нахуй. Ну-ка заебал этот там. Чё значит иншалла? Это как переводится? Дай бог. Это лучше не знать, это у тебя ебёт, дом взорвётся. Как ты сказал? Тебя ебёт? Дом, говорю, взорвётся у тебя. Так и переводится, что ли? Не влезай в это. Это дай бог, по-моему, переводится, не помню, до какого языка. Аллах, Аллах это бог? Храни меня пупок, дай бог. Всё правильно. Пупок? Какой ещё пупок, блять? Какой мусульманский. Ну который половину когда обрезают, типа. Ха! Гей! Ты что, гей? Ха! Гей! Кто гей? Сам ты гей. Урге. Урге. Блять, ник обоссанный. Я тебе, бля, сейчас скажу. Только не надо там вот этот звук, который ты включал вчера. Так, ну что ж, мертвых немного. Ставим рыбу, едим и думаем, что же делать нахуй в этой жизни. Это повезло, что у меня ревностный есть, так бы было больше. Так, Пасифея, ты не в тот коридор зашла. Фласки у Вадикона и Хулидринка. Есть у вас? То есть я гей, то есть пидорас. Я голубой. Понял. Ты нахуя Валакаса включил, дурак? 7 штук есть. 7 штук есть, да? Вадикон у тебя есть? То есть задний приводный я. Есть. Так, ну если что еще. Стало выше. А, на сапротах, да, короче, сегодня? А, на сапротах? Крепко сидим. Сапрот кто тонкий, там, чистый, блядь. У кого сапрот? Вадикон? Так, уважаемый бедолаг. Уважаемый... Да, есть сапроты немного. Уважаемый бедон, тебе надо не проебать притона, который будет танчить бабу. Питона? Баба, она будет танчиться примерно... Костя, есть сапрот? Примерно... вот тут примерно притон будет стоять. Так, кружок будет в кружке. Робби здравствуйте, будет в я Сашенька Потау. Это что мы пришли на теле? О, смотри, что у меня есть. Это кто? Это ромбик. Тилоникус. Тилоникус. Так. Чё? Подожди, ой, блядь. За сапрот. Угольник. А угомонись. Да забирай. Да метку сюда. Лёха, у меня 3 штуки такие висят, блядь, я ничего это, их продать не могу. Ты же сейчас сюда. Не пылишь, да? Я забыл. Да. Это сюда. На всё, кому за фласк? Дринк Вадикон. Полидринк. Это паладин. А, святая выпивка, блядь. Такс. Придется припот выпить. Такое бухло. Тактика очень простая. Также СС на Вадикона. Первые БРы будут. Мулакос, Мэтфокс. А, Синхан. Мэтфокс, Мулакос. Вот эти первые три. Потом мы... Втроем. Две В и Р. Я смотрю, фласки никому не надо. Блять, да все просто мне отдаюсь. Хуёво, что у нас баба. Не слипнется. Нет. Синхан, а чё ты камень не поставил в кольцо? А нахуй надо. На приколе ты тактику смотрел?
Ну-ка. Так. Знаешь, да, что лук надо утонуть? Блять, камни у тебя боссаные, пиздец. Что с камнями? Ну, что-то делать собираешься? Если кто-то зайдет, надо будет менять на какого-то другого игрока. Шмот пиздит. Ты редко играешь. Просто недавно стал играть. Поэтому шансов нету. Ну там у Синхана что-то с камнями беда какая-то. Так, проверка. С первого трая убиваем, короче, и бронзовый идем. Нихуя себе, ебать. Ох, а что мы там делать уж будем без мордаунта, расскажешь? На туре, кстати. Ох, это мордаунта. Расскажу. Трэш бить? Трэша вайпс. Вы, ну, не подтверждаете готовность, по какой причине? Охуеть, а чё, блядь, один пал в рейд? Каска-кулак будет? Я не знаю, нахуя вам каска, раздайте МП5 просто. Ну дай каску, пусть Варк покричит. Да похуй, раздай всем каску. Варк кричит, всем каску, МП5. Вы на риге будете скидываться, блядь, съебали нахуй. Просто каска. Да раздам. Ты там столько ресов лутаешь, зеленки. На туре, кстати. Прота, блядь, где каска? Не будет сегодня каски, не заслужил. Каска, блядь, в армию идешь нахуй, ну, так тебе такую каску нахуй дают. Так, блядь, теперь самый важный вопрос. 3 хила или 4? С учетом хилов 4. Лучше 4. Проверка нахуй опять. Как охуенно волонир двум хапалом собрали, ни одного волонира в рейде нахуй. Пиздатые. Пиздатые игроки, хули поделать, блядь. Ну, Равис сидит на этом. Ну, мы рассчитываем из того, что без проблем. Мы рассчитываем из того, что два контроля будет до того, как мы до 50 его переведем. А продукт, если что, глыбы можешь скинуть. А продукт с глыбой, пал баблом, и шаманы вставалка есть. 5 шаманов. Вот остальным БР будут. Синхан, ты установил себе фрейм рейдов, нахуй? Не будешь искать людей там полгода, нахуй? Вуду поставь себе на будущее. Иначе, блядь, тебе Коли не видать, нахуй. Вуду хуйня. Век рейда не видать. Да, какой-то такой хуйни, да. Баланир, моча, Вуду, моча, нахуй. Да все моча, в принципе. Так только он Фуцу сказал? Мне кажется, это Заломаныч сказал. А, у меня просто в муте. Конфуций? Да ладно, ты. Смена цели. Великий ушли. Пиздец. Жаль Конфуция. Жаль. 3 секунды, смена цели. Смена цели. Симен за Симен, я бы сказал. Пиво раскупорю. Надолго. Только не уйдите ее в Китай просто. Соблюдаем рейндж. А в Корею можно? Так, почему-то срыв агро произошел. Неожиданно. Удивительно. Хантом, который должен напуливать. По Сифее на приколе напулите, когда всех одновременно будут резать. Ваша задача звезду напулить на притонно. На притона. На питона. На питона, все правильно. Нормально было. Окей. Бомба, милики, отойдите из-под босса. Внимание. Отбежали, милики.
Бомба прокастовалась. Можете подойти и бить. Внимание. Ты можешь не будешь хуйней заниматься? Давай, не буду. Хорошо. Так и быть. Оружие. Отойдите от ступенек в район двух фиолетовых кружков. Четыре напула даются на любого из танка. Ждем 10 секунд. Астральный тесак идет в рейд. Внимание. Нужно все это бить. Теперь можно фуловый Е давать. РД по черепу. Так, посох еще не забудьте грипнуть оттуда из ебеней, чтобы этот пидор не кастовал. Посох грипните, пожалуйста, что-нибудь ДКшник, у вас четверо. Посох. Распыление. Грипните. Понял. Хорошо. Синхан, вот этот посох распыление надо будет одеть. Ну, ты вчера же одевал уже. Так что готовься. Фазовый щит. Гул щит. Piece of shit. Holy shit. Ох, щит. Говно. Заткнись, блядь. Это было неплохо. Это было плохо. Ой, блядь. Так, отходим в район ромбика. В ромбик. Отходим. Треплёха, щит лутай. Ой, посох. Посох, сука. Треплёха, быстро, блядь. Красава, Ванька. Ты заметил, может, да? Можешь что... щит залутать. Можешь щит залутать. Давай лутай быстрее посох. Одевай, быстрее, быстрее, еще быстрее. Сумку открывай, одевай. А можно залутать посох, короче? Треплёха, сука. Одет. Он одел, надел? Нет? Какую-то требешку надел. Блядь, Треплёха, сука, быстрее беги назад. Быстрее беги, беги. Ёбаный в рот, блядь. 13. Рещи, нахуй. Стрейт вайпнется. Посох. Посох лежит, вот он, ёбаный. Бери, фаза, блядь. 8, 7, 6. Одевай о, его. Нет, мы умерли. Одевай, одевай, быстрее. 3, он одел, 2, нет? 1. И кликни по нему, по посоху. Может, мы с тобой, ну, по Балтике. Девяточки, док. Хуярим, ёбаный. Треплёха заебал, не тупи, нахуй. Беги, Равыс, беги, канцелятор. Равыс. Равыс. Я что-то буквы И заело, да? Плёха, работаем. Кастуй быстрее. Мораль. 30 тысяч не даст уже этого моба, блядь. Мораль. Как у него фрейм маленький, блядь, это кошмарно. Мораль такова, не будь козлом, Дик. Беги. Беги. Глупец. Беги, сука, беги. Поменял цель. Стелси, беги. Бидон, не урони притона, умоляю. Самое главное. Ой, кассетр, беги. Точно? Быстрее, быстрее, быстрее добиваем. И этих по... Когда к бабе идем, РДДшники дотаем, двух петухов. Все быстрее, быстрее. РДД на Коперниана, на звезду. Милики кружок бьют. Притона хилим, на раньше встаем. Вот сюда поближе. Притон. Деда совсем плохо нахуй сегодня. Да, блядь, такое. Выполняйте свою работу, главное. Смотрите. Там таблетки забыл выпить. Он попутал их. Блять, работа. Сука, грыз первый. Вместо, вместо красной взял синюю. Самое главное, как можно больше ДПС отдать, когда этих убьем четверых. Быстрее, 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 по бабе. Сука, пидорас, игрушку закинул. Я достану свой пистолет и выстрелю. Мой пистолет в штанах. Я готов стрелять от него по каждой бабе. По каждой бабе, по каждой бабе. Кау! Вот, тебе нормально? Да. Да, не обращай внимания. Это песенка была, это черный бигуди, мальчишник. А, ок, да это все меняется. У тебя черный бигуди. Я черного бигуди вавилали. Ой, блядь. Отходим из-под треугольника. Там будет бомба через секунду. Бомба. Внимание. Отлично. Теперь так, это бомба петарда. Теперь бьем. Так, что там с кружком? Миликов мало в этот раз. Они еле успевают. Они еще не добили кружок, к сожалению. Эх. Да, да, уже веди. Можно кливать.
Не подходить. Бомба, 2 секунды. 1, 0, бомба. Подходи. 20 секунд. Подходи, бей. Подходи, бей. Уярим. Фаза 3 секунды. Секунд. Юля, иди лови. Даем Геру. Бьем припод. Фул ДПС. Отводим Келя. Звездопады по возможности оставьте непрожатыми сейчас. Я долго буду ходить за ним. Все, он остановился. На полу 3 яйца огненных. Выходить надо. Внимательно. Санонсите это, потому что я могу не успеть. Появление Келя. Первый прожим. Холидринг. 3 яйца. Бля. 3 яйца. Выбегаю. Я занонс, что надо массакру будет холидринку дать. Да, да. Ты занонсишь. Убиваем своих. Да. Массакра, массакра. Пойду, блядь, быстро. Так. На приколе. Какой, блядь? Нахуя его контролю? Нахуя вихрь дали? Стелси захильте. На приколе убейте. Синхан ресай Войда. Мурлокос ресай Пасифею. Мэтфокс ресай на приколе. Остальные бьем быстро, сильно. Даю лапку. Каску лапу пристабав обновляем. Фулл ДПС по боссу. Еще будет контроль, еще тут БРа потратится. Там эти яйца ебаные. Два контроля будет. Яйца ты говоришь? Какие яйца? Такие огненные на полу бывают. Ага. Смотрите в них, не за это, выйдите из них. Скоро будут, наверное. Ну, на следующего Феникса не будет. Хинкалинка, когда будет следующий дамаг по рейду, ким на ХП, приготовься. А лучше пусть сейчас будет, сейчас будет. Готовимся. Уже нажимай, заранее нажимай. Нажимай ким на ХП. Два трупа. Хэлла, юзай вставалку. Не-не-не, там... Три трупа, четыре трупа. Hello, юзай. Не-не-не, все, поздно, но. Че поздно? Да, блядь, я думал, нахуй. Ой, Ешка ушла, я встал, и меня убило. А. Ладно, падаем. Один хил остался только. Подходим под Феникса, умираем. Так, что можно сказать? Ну слушай, по ДПС мы за два контроля успеваем. Да за два успеваем, это понятно, блядь. Но нам надо еще один паладин с массакрой. Нам надо холипал. Ну, допустим, у меня есть. У нас людей дохуя дохнет. Либо нам нужен ДЦ прист. Похуй, кто из них. Либо ой, ДЦ прист, заходи. Либо холипал. И чтобы просто ДЦ прист сидел и считывал всю тонкую хуйню в рейде, типа ебучих заломаночей, которые таланты на минус угу. урон не берут. Пошел там, нахуй. Тонов и всякую вот эту вот хуйню. Ладно. Которых шотает каждый раз просто без массейва и все. Ну... Ну это просто бред полный. У нас вот без массакры вылазит Феникс, у нас лежит, блядь, 4 шамана мертв. Я не если, если че, я от Феникса сдох, держу тебя в курсе. Так, сейчас я перезайду. Ну смотри, это уже БРФ минус 1. Синхан 9000 всего дает. Да лучше минус БР, чем минус рейд. Ну, Слава, 4 тела умирает просто вот того, что Феникс вылазит. Мы все равно быстрее, чем за 2 контроля не сможем. Нам очень много надо ДПСа поднять, ну, чтобы да. за один контроль успеть. Соответственно, за 2 мы успеваем с этим, с запасом. То есть вот сейчас был второй контроль, до третьего контроля было больше 30 секунд, нам оставалось 10% перевести. То есть мы это самое, а кто головой. Вообще, какой челик умный нахуй, въебал вихрь на приколе в ханта? Ну вот кто-то въебал. Синхан, это не ты ли был нахуй? Юля, когда босс появляется, кель, не веди его так быстро, милики ДПС теряют. Она не может его вести быстро дай и медленно, пати. Она отходит, он просто понял это. Он же кастует. И он рывками поэтому идет в любом случае. Так, меня в пятую там закиньте. А что, сегодня резать буду? Типа как лич? Ставьте шкаф нет, сумончик. Нет, не как лич. Вот лича можно нормально отвести, она просто его водит хуево. А здесь она даже при всем желании его нормально не отведет, потому что он кастанет, Мэтфокс. Пойдет, встанет кастовать, пойдет.
Вот Фокс типа... сову спекайся. Ну, можно отвести, но это... Типа, может, три хила тогда оставить? Ну, если ты захилишь три хила, то вопросов нет. Чтобы у нас проблема... побольше было. У нас вот сейчас проблема в том, что у нас на Фениксе умирают люди. Все. Это а самое... Потом... А потом, Слава, надо будет захиливать эту, блядь, хуету, скажи мне. Последнюю фазу, чтобы, блядь, от этих отлучений... Чтобы они разлетелись, убирали. Да. Я предлагаю в 4 оставить, пусть Мурлокос будет, потому что, ну, ДПСа хватит все равно. Если люди умирать не будут, ДПСа хватит. Если. Да, если. Я хз, даже у меня талант на плюс хил вкачан, это рофу. Что? Даже у меня, говорю, талант на плюс хил вкачан. Я не знаю, типа, вот. Ну, кстати, на 20% у меня, по мне, хил заходит лучше. Это убер хуёво, на самом деле. Чем у обоих шаманов. И они оба в итоге мертвые лежат. Да, это вот таланта нет ни у кого. Хотя спокойно можно отказаться. Надо делать билд на опасных боссов и все. Не, понимаешь, в чем прикол? Вот, например, Призон, у него вот эта хуйня есть. Ему похуй. КД у нее маленькая, ее как раз хватает. Он вот может ее нажать. А у Элемов нихуя нет. Ну просто типа надо делать билд на вот таких боссов с этим талантом. Да просто, да даже не с талантом, надо просто взять, короче, вот это нахуй, вот этот символ убрать, поставить символ на коготь, блять, и под ебаного Феникса ставить коготь, все. Я типа не шарю за эти когти всякие. Есть символ, который, вот, Prison линканул, вот. Он ставит коготь, и коготь вместо того, чтобы типа там таунтить и хуйней заниматься, он вешает на шамана абсорб. Там 3 или 4 тысячи так получается, что-то такое. И все, и зайди. Блять, этот самый, слышишь, сейчас сумки что-то оффхенда у себя не вижу, у меня есть, нет. Это я сейчас портанусь, суммонить еще раз, посмотрю в банке. Так можно же джис поставить. Так у тебя посох, какой оффхенд? Не посох там берется, на хила. На хила берется дробяшка. Там минус 50% урона будет. От магии. Ну, короче, я не знаю, вот можно это зафиксить тем, что люди могут взять вот эту хуйню. Но люди ее не берут. Люди... У меня КД джис. Люди каждый рейд ходят, умирают от одной и той же хуйни и ничего с этим не делают. Все файн. Деньги пухи можно свои. Так. Легендарные снимите пухи. Вот хант сними пуху. Начинай исчезнет. А, вот левая рука. Эти так. Пухи можно было бы оставить, если бы мы сразу пуляли еще раз. Они пропадают. Вроде. Они пропадают при пуле. Ты начинаешь бить, и они пропадают. Да. Прикол. Да. Я думал, еще остаются. Не. Мы проверяли же в самом начале. Мне, короче, 232 в хэнд только, нахуй. Я не проверял. Не помню. Какой? 232. Ну на пяль ты уже посох, Слава. А Призон тоже умирал? Да какой посох, блять? Призон не умер, 4 шамана сдохло. Элла, Заломаныч, Бидон и Стелс тупо морды в пол упали. По-моему, если я ничего не путаю. А, Бидон не умер, вот. Значит, Мурлокос умер. Так, сейчас я на СПД камень куплю. Вместо бидона. Я помню, что 2 хила сдохло. Да, без таланта. Меня в контроле был. Убило. Был контроль, меня взяли, меня убили. Да. Я выжил. Тот раз. Да, плохо в контроль попадать. Да. Тарфол, Равист. Так, как он там называется, блять? Я старался в тебя кастануть завушку, но не успел. Ты слишком быстро умер. Да, там превосходство. Вот урги.
Взял на два дерева, разрезал. И такой, ууу, блядь, сильный. Ну я увидел, блядь, лич едет нахуй красный. Как шо, блядь, нет. Шесть агилов вообще имеется место быть, туда камень поставить оранжевый? Куда? Ну вот в штаны, в грудак. Ну, если тебе другие статы, кроме АП, нужны, тогда имеет смысл. Если тебе да не вообще, крит... это типа непонятно, если теория тебе не хаста. Крит... Если тебе ни крит, ни хаст не нужен, то тебе вообще пух. Я просто не могу поставить хасту без потери АП. Ну, у тебя и не получится. Ну да. Ну, я, например, все. Одеваю триню на хасту, много АП теряю. Надо типа этот, как его, стрелу времени, вообще имба. Нахуя ты с кружкой? Ты типа этому капли я тебе бафаешь? Посмотри, сколько она дамажит. Так, ставлю рыбу. 7,2%. Это не вам ассист, это я себе ассист сделал. Потому что у вас гадюк. Так. Спадывайся. Если бы я с этим терял лап, я бы ее не ставил. Кружка просто супер сильная в соло тарге. Хорошо, я пассифия. Вот этого кролика не надо превращать, в нем нельзя скиллы нажимать. Смотрите, не превращайте. Дай ассисты там или что-то. Короче, пиздите полностью, хулидринг, все, берите на себя. Потому что если я, блядь, буду пиздеть, нахуй, вы подохнете. Я понял, нахуй. С БРами. Кто сможет закомандовать нормально? Это 5 БРов всего. Не закомандуем, это не такая проблема. Блять, лишь бы вы захилили. У нас, видишь, мордаун-то нету, авелании нету. Духота ебаная. Так, поехали. Солнечного колосса. Добро пожаловать в будущее. Насрать, жестко хочу прям кейзнуть. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалено. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таласа. Сейчас сменит цель. О. Почему вы, сука, возле него стоите, нахуй? Ой, боже, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Почему так, почему так трудно сделать, нахуй, Заломаныч? Я вообще в ахуе, блядь. Бэбра. Да я бы упал, блядь. Есть вставалка? Нет, он вроде нажимал в прошлом бою, он два раза. Я не знаю, нахуй, как это, блядь, комментировать, нахуй, вообще, блядь, я хуй знаю. Рависта есть, БР? Хуй сейчас БР проебем, а дальше мы хуй убьем, нахуй. Ну надо, блядь, ну либо падать. Чё делать? Чё уже БР, ну любейте, нахуй. Там жи, блядь. Мало ли прокнет сейчас. На паладина, блядь, кинет один контроль. XD. Магами можно тоже был бы скинуть. У нас ни у кого вставалок нету, да, вообще? Все въебали, правильно? Призон нет? Да. А, призон не въебал. А, у бидона еще есть. Ну тогда еще нормально, слушайте. Все так плохо. Стаб ДДшников на босса у нас лучше, чем обычно. Вроде РДДшников больше, чем все время, блядь.
Бомба 5 секунд. Отходите. Отбежали, мели. Отошли от ступени. Продадать топор. На полы в притон бабу. Да, фаза 40 секунд. Я посмотрю, как про вселенские вдохновители выглядит. Красиво. Скрин сделаю. Ромка, ты чё пушку-то не взял? Тебе надо подбирать, иди быстрее. На спринтах иди и подбирай. И маш яд на неё. Пушку и лук подбирай. Там дагер такой. Пока что он только меч поднял. Стелси хуй. Не нашел, короче. Ничего, там время боя можно поднять, намазать всё. А, у нас уже все, у нас уже надо бить, блять, хуесосов этим. Инвизибл. Отходите от них. О, через край. А как же он под броней живет-то, пиздец? Смотри. Не то, что заломать. Он 6% бы взял, понимаешь? О, нет, хинкалинг. Он не знает, тучку, куда бежать. Тучку. Он заэвейдился на секунду, пиздец. Какой же Орио. Орио реально, блядь. Печенье такое. Ну. Обдотывать. Это рейндж не нару... В рейндж встаньте, сука! Когда бабу бьете. Кто хуёво, вот. Что там бомба? Еще не готов.
7 секунд. Отбегайте уже. Фаза 4-6 секунд. Введите его к Келю. Контроль 8 секунд. Яйца. Яйца. Аккуратно. Понял. Обродок. Ты что нахуй? Убиваем. Блять, 300 законтролил. Хуёво. Ну кроме этих никто не сдох. Мурлокос, Бэри, Мэтфокс, Мэтфокс, Рависта. Аравист. Ну, Синхана. Я не, не буду. Нет, мы не бэрим Синхана. У него бэр есть? Вадикон бэра продукт. Если у него бэр есть, почему его нельзя бэрить, нахуй? Подумаем, блядь. Ну, да. Ну, вот ты проебал, ты все, нахуй. Хуйню сделали, блядь. Ну, я не верю в него совсем. Так он бэр бы дал, блядь. Ну, то же самое бы было, только с ним. Согласен. Надо было его бэрить. Сейчас маздев какой-нибудь дайте. Есть? Я сдавал. А ты сдавал. Ну, в принципе, под щитами. Видишь, вот просто у нас есть ДЦшник, и все в порядке сразу. Сейчас контроль будет, готовьтесь. Своих убивайте фаст. Чтобы они, блядь, других не поубивали. Все, отлично. Мэтфокса добить. Ну, ну теперь... все, нам надо перевести его. Бэров нету, да? Ба, бэров 0. Бэров 0. Вадикон отдавал в этого, в Заломаныча, а продак... и я продакса мы бэрили. Или куда-то. Короче, два бэра мы. А чё, можно на... иннеры раздать там, или как-то в самостоятельном режиме, или что, блядь? Вадикон... яйца, маг яйца. Бидон выбежал. Сухой, например. 4% переводить. По бидону. Мультидот эти фениксов. Сейчас еще один феникс все, вылезет. Дай массакру, 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 массакру. КД. Йо. Все, по фениксам играем. Там лоу хпшных нету. Один лоу хпшных. Зубы дал. Хил. Милики отошли от фениксов. Добейте 300 тысяч хп у которого. Быстрее РДД. Все, в яйцо играем. Кто... А кто полетел, блядь? А, это волк. Хуярьте яйцо, еще одного феникса надо убить. У меня ассиста нету, я метку поставить не могу. Милики отошли. Разбивайте, сразу второго разбивайте. Все, кливайте быстро эту всю хуйню. Нам надо обоих убить. Если он реснется, нас пизданет. Второго сразу бьем. Второго... А, ебать. Ну похуй. Мы хотя бы улетели. Рейндж набрали все. Один хил вдох. Че он на меня смотрит, блядь? Бля, мне кажется, с таким количеством соп надо контролить людей и не убивать их. По времени. Причем тут совы? Демнишн... Да нет, просто контролить. Падение 3 людей. Секунды. Ниже спускайтесь. О, а я могу хоть с потолка падать, заебись. Все, full DPS. Надо пробовать. Никому не умирать. Смотрите внимательно, яйца на полу появляются. И под появление фениксов он... Ну, хпа... есть... пала не хилит просто никто, нахуй. Шаманы, нахуй. Сейчас. Вы вообще тихо, понимаете, тихо. Что такое хилит? Слава, Слава, подожди секунду. Есть массакра? И... Хорошо. Сейчас тут таймера нету. Я еще скажу. Попробуй нажать. Ну и сам смотри.
он, блядь, резко появится. Нажимай, нажимай. Ну, если нажал, то ты на приколе спас. Нажал. Хорош. Только кто меня сейчас спасет? А хуй его знает, кто тебя спасет, братан. Кайте их, не стой. Води их. Ты меньше урона будешь получать. Только... А, блядь, я запизделся, как чмо. Сука, на фениксов посмотри. Разлетели. Это вторая. Это максимальная залупа. Надо сейчас расстановку делать для взлетки. Чтобы люди, блядь... Да не, вроде, сейчас вроде нормально. Ну, сейчас нормально хуярит, ну, не умирают. Все, ну, я, да, блядь, конечно, потому что нахуй 10 блядь. Человек лежит, конечно, блядь, охуенно, нормально. Один. Ну, мы не успеваем. Конечно, а, блядь. Посифея умерла, да? Потому что все нахуй. Подать, типа. Посифея умерла. Остановочку надо рисовать, нахуй. Ну, давай, надо не дохнуть до этой фазы. У нас просто два тела сдохло. Да, в натуре нахуй. Ну, мы сейчас даже при всем желании не успевали. Синхан, я не понимаю, мало очень дамага нахуй. Как Синхан, ты видел, у него камней даже нет в шмотках. Ясно нахуй. Вов мой лоб зашел. Вон сразу нахуй убираем. ВП хант нахуй. Вов мой лоб вот эту всю хуйню берем. И этих бичей лоу ДПС убираем. Не знаю я, что насчет контроля, блять. Ну, типа, блядь, пытаться контролить, или первых он убить. Он зовет меня в рейд и называет хуйней. Это чё, блядь? Он вот эту, блядь, вот эту, говорит, всю хуйню берем. Я понял, нахуй. Синхана сразу убираем, это мало, блядь. Привет. Ханта берем. Ну чё? Ну и хилов, я думаю, 4 не надо, нахуй. Это залупа полная. Мурлокос, нахуй, в сау. Ну, слушай, с ДЦшником вообще гораздо лучше. Нам единственное, что нам бы поменять, типа, одного шамана на холипала, и вообще будет, ну, просто кайф. Не, вот. Есть только это. Да епай, Серхан. Ай, какой епай, блядь? За что? За что? А, все, забей. Да я думал, там это, ЕВК, вот это все. За ЕВК давай. Чё ещё? Где там лов? Где это, блядь? Ещё там по дамагу кого можно свичнуть? Боди Шреддера, нахуй. Вов лов по-любому больше его даст. МВП да нет. Танц. Ну, Боди Шреддер чё-то вообще 0 ДПС даёт, я хуй его знаю. Я потому что пробегал полбоя с мечом. Ну, а нахуй ты с мечом полбоя? Смотри, я объясняю. Потому что там уже фаза скоро была, я... Короче, стой, тихо, стой. Короче, на фазе с оружием. Напуливаешь в поле дринка, бьем оружие, уешим, падает оружие на пол. Каждый может подобрать себе копию любого оружия. Ты подбираешь даггер, клинок бесконечности называется. Подбираешь... Да, он у меня уже есть. Да, нет. Он еще... Сейчас тебе надо одеть свои шмотки. У них ограниченный срок действия. И тебе нужно подобрать длинный лук края пустоты. Лёха, почему 7000 ДПС? Ты посмотришь на меня, вот ты должен будешь бегать вот так. Угу, хорошо. Сумманите, пожалуйста, или что, или сумманите. Мейнхенд кладешь даггер и лук. Да не, ну это понятно, теперь я понял просто, ну, типа, в прошлый да, раз. Да, и мажешь на этот даггер яд, и все, и тебе больше ничего делать не надо. Дальше, весь остальной бой после фазы с оружием, ты с этими пушками. Все, окей, хорошо. Все, рогу не тикай. Почему, блядь, Вофлов больше его даст? Или Треплёху убрать? Ну Треплёху убери, ты что, на приколе, что ли? На пул убираешь. Просто ему не объяснили тактику. На приколе это хан вообще-то. Слушай, Сиджу, а даггер нажимается или нет? Так. Нет, он просто работает. Он только прокает, да? Синхан, ну да. Синкалинка. Эта залупа не работает, о том, что ты подумал. Что, есть еще кто на замену? Могу уступить, если надо. Нет, какую замену? Эти побольше даст ДПС. Не, никто больше не даст, чем никто ты. Никто и больше. Костя, у тебя фласки есть? Есть. Я тоже посидел бы. Ну, я тоже, давайте посижу. Сейчас, я вас справлю как раз, и посидите все на замене. Костя пойдет посидит сейчас.
Слава пойдет. Я вообще не понимаю, почему вы не пишете, что вы раньше уходите. Типа, заебись, РТ. Давайте хули по 2 часа РТ проводить. Так мы тогда не 7 дней, мы 8 нахуй дней будем вместо 7 ебашить. Каждый день. Хотели выходные, нахуй. Типа, блядь, либо нормально надо, ну, посидеть плотно, закрыть, нахуй. Слава, наверное, если бы я мог, я бы остался. Ты прекрасно об этом знаешь. Сейчас должны, по идее, убивать у нас. ДПС прибавился. Давай пробуем. Ратрушника заменили, сову. Кто мне обмен кинул, я ничего не понимаю. Только выпейте, покушайте, масло намажьте. Рыба есть? Да, я поставил, короче, заебал. Вот этот баф на урон работает? Какой баф? Ну, который разов приключений. Ну, в теории должен. Нет, еще. Это не актуальный. Инсты не работают. Только в ЦЛК каком-то, да? Только учтите, что там 4 БР. Костян, ты мне обмен кинул? Да, они сейчас не видят. Да. Этот, да нет, Урги, да. Ты сможешь расставить людей у ступенек справа со стороны кружка, слева со стороны треугольника и сзади со стороны ромбика? Кулак так, а чё тут? А, ладно, ты думаешь, это... Беседовать по этому поводу, смотри, да? у тебя хилы так же, как мы в прошлый раз назначали, вот у тебя 3 хила, ты будешь, короче... Я буду со стороны вот здесь, со стороны ступенек. Да, если кель у нас вот здесь посередине, то ты между всеми вот тут... Со стороны, получается, шкафа, вот сейчас где стоит. Тут стелси, с другой стороны бидон, со стороны соска. Это бидон покушай. Это на взлетке. Это хилы. Это на взлетке. Я сейчас на них еще метки дам. Бля, про взлетку, чтобы мы взлетали и не двигались, а рейд от нас отлетал. Я же говорю, вот вы втроем в эти стороны, на этот, метки на себя ебаните, и это... И все просто от вас отлетают. Визи был, а счет, дальше не принципиально. Просто чтобы люди 10 метров держали. Тут, ну, я не знаю. Насчет контролей как? Первых будем убивать, вторых контролить, или их первый контролить, вторых убивать? Или как нахуй? Короче... Я предлагаю сделать так. 30 секунд вы гоните. Первых мы 100% убиваем, потому там что... Там мах может зашипать, блядь. Первых мы 100% убиваем. 30 секунд одна. Да, перебей меня, блядь, еще 3 раза, сука, заебал нахуй. Да, я, пожалуйста, договорю. Первых мы 100% убиваем, потому что мы стоим все под брустами, все стоят под герой, хуярят босса. Первых мы просто заливаем. Вторых... Можно конкретных каких-то людей законтролить и это озвучить. Я предлагаю контролить хилов и РДДшников. Потому что милики в мили, скорее всего, все равно сдохнут, даже мы их и будем стараться контролить. Uh-huh. А если возьмет в контроль какого-нибудь условного, например, там, Пасифею, или Бидона, или Хела, то в них, собственно, можно дать циклон, а потом подойдет туда аккуратненько маг и даст шип. Чтобы они стояли на РНЖ. Все. По-хорошему, у нас 5 друлей, то есть у нас только одна цель, получается. Остается. Не хватает циклонов, понимаешь? По времени. Я тебе говорю, не по циклонам говорю, я тебе говорю, что у нас 5 БРов. То есть одна цель остается без БРа. А это может повести на мага, на шамана, на паладина. У нас нам просто по ходу надо будет... Это надо сориентироваться все. Просто, да, кто кого возьмет в контроль этот, на месте. У нас 4 БР. Притон, ебанешь ассессора Вадикона. Короче, если взяли в контроль сову какую-нибудь с БРом, то ее лучше законтролить, чтобы она не упала. Да, друидов, если в контроль берет, их лучше... Сову не фиксует и не превращает. Если будете контролить сову, вы даете ей циклоны, к ней бежит либо притон, либо шалфир и дает ей фир. Только фир так, чтобы, короче, вы стояли между совой и боссом. Чтобы сова побежала от босса в фире, а не в босса. Все. Если они в облик медведя зайдут во время МК, они выйдут с него? Нет, они в медведе останутся. Там облики он почему-то не меняет. Меняет? Короче, меняет? Затестите, попробуйте, если что. Будешь перефирять. Да, буду перефирять.
Да, перед МК медведи юзайте, я вас ферятесь, что буду. У нас три ханта есть. Будем тестить. Потому что трапу хуй дашь, а фером можно. Так я говорю, феры хорошо. Феры, если какой-то урон небольшой зайдет, ничего страшного. Да, я. Ну, короче, если что, все друиды, все в медведей. Давайте. И жирнее будете, и это. Ну, я так понимаю, это на второй контроль. Ну, как бы ориентировочно. Да, мы говорим про второй контроль. В первый мы всех хуярим и всех бэйрим. Все. Там только так. Слава, мы спустим. А пушки нет в руке. Слава, мы хуярим или? Визиба нету. А, визиба нету. Айгот, ты где? Пишешь в Диси. Есть слот, пишет в Диси. Ясно, блядь, хуй так. Какая здесь 10, да, рейнджа? Какой пул так, нахуй? 10. Тут ДПСа не хватает, нихуя. Пул так. Стелси, призон. Стелси. Запускаем. Энергия. Сила. Мои люди без них не могут. Можно 300 бабки могу. Все есть у тебя. Слава, ты себе 2-5 не открыл на приста, да? Я даже не выбивал. Нет. Ну, в смысле, что мало ли. У меня ж не было. Слава у нас, блядь, агент. На все руки мастер будет. Цебитесь, Пал, босс, слава, сейчас цель нет. Менять будет. О, видишь, дубль 2 хотел. С первого утра я понял слабую цель. Только не мораль. Это будет удар по морали. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Милики, останьтесь сзади где-нибудь, нахуй. Ну, а кто танчит? Ритон должен танчить. Ну, ты когда 4 одновременно Лёха, резус. Съебись-ка от меня. Да я вот. Там горят. Там надо хилить, да. Помогает хилить. Рутиай. Это бед, что ли, варлок? Да. Отойдите от пусть. Назад все. Все назад. 4 секунды на пол еще. Не бейте, блядь. Зачем вы дайте бейте? Им возможность хоть что-то собрать. Все, хуярьте. Посох распыления грипните, пожалуйста. Бачу. Спасибо.
Смотрите внимательно, еще можно, блядь, сдохнуть здесь. Где мой молоточек? Сак, рушитель. Красный, обновляйте горн. А у нас тотем стоит. Нам не надо. Статов-то горн. Нет. Слышишь? Тотем стоит. Я статы вижу. Ну, вот тотем силы земли. А как горн не прожали, у меня статов не прибавилось. Значит, да, он стоит. Invisible, я с тобой согласен, он не понимает ни хрена. Ну, я не понимаю, я смотрю на своего персонажа. Тем же перебивает горло, типа, насколько я помню, трудно, да? Его так обновлять, что ли? Похуй, ГГД. Похуй, все равно. Не надо обновлять, поебать. У нас есть тотем. Близко к нему не подходите. Да ёб твою мать, вы издеваетесь, что ли? Подождите секунду, сейчас он цель выберет. Все, кажется, он ханта преследует. 5 секунд до смены цели. Отошли от босса. Будешь, Рейдер? 2 секунды. Отошли. Водикон. 2 секунды. Отошли. Сифея. 2 секунды. ДТ раньше немножко наберите, то вы там паком стоите, вас если говно кинет, блять, хуёво будет. Сангвинара убить быстрее, чтоб не фернул. А, он уже фирял. Ну, на всякий случай. Мало ли, там сейчас все побегут. Сейчас бомба будет, отбегайте. Сколько у нас времени? О, сейчас и ДПС совершенно другой. Вообще, совсем другой ДПС. Я сделать. Дома, я дома. Пацаны, все в порядке. Ну, у нас тут Синхан был. Там еще приколы были разные. Все, ловите бабу, давайте Геру, жмите поты и хуярьте ее, блядь. А продакс яйцо не проеби под своими ногами, нахуй. Да это не только про него, ты про меня. Это очень важно. Контроль 7 секунд. Яйцо. В смысле огонь. Готовьтесь своих убивать. Блядь. Призн встает. Деф. Блять. Заберите Феникса с Фадикона. Заберите Феникса. Что происходит?
Ну, теперь БР команды. Вадикон Рависта. Равист Инвизибла. Мэтт Фокс Шалфира. У нас останется Мурлокоса БР. Где Инвизибл? Да гимна мана. Мана нет. Хуярь тогда тотем бидон. Если гимн дают. Людинка побольше хилите, шаманы. Сейчас будет еще Феникс. Если у тебя есть массакр, жми. Если нету, то... Дефайтесь. Дыбку жмите, блядь. Еще... Я всегда... еще... Еще МК будет сейчас, готовьтесь. Всегда так и ДПС будет. Блять. На Вайда у нас БР есть. Ой, законтрольте на приколе. Постарайтесь. А Вайду... А, убили. Все, хорошо, Вайду. Мурлокос. БР Вайда, быстрее. Стою. Инеры по Вайду. Инеры по Вайду. Лоу ХПшного Феникса. Свечаемся. 650 тысяч. Милики отошли. Добили. И сразу подводи яйцо, Феникса, яйцо, как, сразу. Когда сразу подводи Феникса, когда сможешь, чтобы мы его кливали. Все, next Феникса, fast. Сейчас шанс есть хороший убить. Милики, отходим, 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 отходим. Все, яйцо, fast, яйцо, яйцо, яйцо. Ёбаное яйцо, блин. Ребафы по Воиду, по Инвизиблу и по Шалфиру. Расстановочку встали. Хилам-то мы сказали, а ДДшникам в какие стороны лететь. Мне похуй, я вот ДДшники, ДДшники раньше находят просто, и все. Главное, к хилам не подлетайте. Видите метки, отлетайте от меток, все. Свои дефы нажимаем. И 10 метров рейндж держим. Гиро, павшим дайте. Внизу дадим. Лучше. Падение через 7, да? 5 секунд до падения, спускайтесь ниже. Вот после луча, все, ниже спускайтесь. А то обратно откинь. Я, блядь, с гугель-могеля левитацию, например, хуярю. Работает. Слово. Босса не уведите, он там сэвэйдится. Верните его в центр обратно, пожалуйста. Он сэвэйдится там. А че он меня в таргете держит, блядь? Это баг, не обращай внимания. Бенеши. Яйца под ногами, смотрите. Прыгаю. Чё, взлетку пережить без смертей нормально. Под... Есть массакра? Нет. Нету? Дефайтесь, дефайтесь, дефайтесь. Свои дефы. Дим дал. Вроде помогло. Молодцы. Блять, на него БРа нету. Я повожу, блять, а чё, они не таунтятся? Нет. Нет. Пизда. Надо, чтобы вы... А, Эвилаша забрала. Ну, хуяртики. Боже. По расстановке встаньте сразу, как были. На ком Феникс? ВП Ханта. Ой, блядь. Ну, похую. Ну, ты далеко. Нет, я сзади хила ровно стоял. А-а. На рендже. Ну, похую. 7 секунд падения. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас еще Феникс появится. Если есть... А, нечем, блядь. Хильте, чё сказать. Давайте пробовать. Бейте, а не хильте, нахуй. Да, и Вилаша, в смысле, сейчас и Феникс его будет пиздушить. Парирование летят. Там дед с бидоном, я думаю, уже хилит. Блядь, сейчас Феникс под боссом может умереть. Аккуратно, смотрите. Вадикон, иннер в бидона. Мурлокос, иннер в бидона. На взлетке можем добить. 5 мультов осталось, можете вполне бить. Да, на взлетке. Сейчас Феникс умрет. Хуй, главное бейте. Яйцо далеко, далеко. Юля, нового Феникса, стаунти с яйца. Быстрее, подбегай к нему. К Фениксу новый сейчас вылезет.
Добивайте, блядь, 500 тысяч быстрее. Выйдите, блядь. Бейте, 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 бейте быстрее. Покчам, блядь. Без танка убили. Да нахуй этот танк, блядь. Убежал нахуй куда-то туда, к выходу. О, тело упало. Танк стоял возле босса, блядь. А то, что вы его тупо не хилили, блядь, то я уже не знаю. Ладно, расслабься. Бидон, чуть это, в другой угол. Но танка не хилили, очень долго не хилили. Чё, Шалфир ГЦ? Смотрю, 6 секунд, по нему только ход работает. Получается. Чё, Ванёк, ГЦ получается? 4-й кусок? А, выпал кусок нужный, да? Да, Ванцу грудак выпал. Кому уходит? А чё, можно шею? Я бы хотел на ханта. Зелёная сфера сколько? 25? Ну плюсуйте на неё, чё вы. 25 ГП? А там уже будет видно, кто забирает. Оу, блядь, кольцо выпало, ёбаный в рот. Костя, запулишь мне одну воронку? Так, Паладин, разбойник, шаман. Бидон четвёртый, да, лутает? Или подожди? Да, бидон четвёртый, да, грудак, бидон. Не, ну удачно выпало. Ну, пойдет. Ну все, бидон фуловый теперь. Да, я без теперь. Кольцо уступите? Левень, или кто-то кому-то надо? Да мне тоже надо кольцо, я не знаю, там. Ну, у тебя ЕП есть на этот, на крит агилу? У меня просто нету, я бы это полутал. Кольцо по сифее хочет. А, я понял, тогда похуй. Ой, боже. У меня уже даже спек другой. Ну ладно. Следующее КД мы кому закрываем? Ой, то есть эти, Т5 отдаем. Ну да, я отойду. Ну там, смотри, там у Ромы напало четвертый кусок. И по идее из хилов, типа, ну все, типа, дальше, типа, может быть, дают. Да, только Роме надо ноги, блядь. Ну, ноги, да, и все, как бы атака. А Лехе надо грудак. Кому грудак надо? Лехе. Да мне это видно. Если на трансмог порулить, там. Крит, да вообще похуй. Я не понимаю. СПДшная. Мадина, что тебе помочь? Я хуй знаю. Что ты хочешь конкретнее? А зачем? Пасифе, тебе точно нужно это кольцо? Ну, ребята, а выходили вы Резгер? Да. А нахуя оно тебе? Ты же Псурф Хантер. Тебе не надо РПП. Ну, может, она в Т5. Она в Т5 в ММ переоденется, небось. Нет, так а у нее там есть кольцо с... Да не, подожди. Ты кому будешь плащ? В маму переодеваться или что? Просто ты волю забрала, ты ее не носишь. Я не знаю, нахуя ты ее забрала. Вот ну, Фокс, тебе сильно плачет? Да она отдала волю. Вы дрочите, да, что ли? Я еще не разрулил. Может, пойдете попиздите в другой канал, там одна шмотка осталась. Прикольно. Блин. Притону тогда отдаю. Че, может, да что, у нее приор есть, блядь, пускай забирает, но хочет, пускай берет, я не понимаю, типа, ну... Ну да, кстати. Это не. Ну, каждый все... по-своему видит своего персонажа, как его собирать и как им играть, так что. Ну, типа, да. Ладно. Сейчас и подам. Бля, ну тогда не обижайтесь, если я буду РДДшные шмотки забирать, блядь. Ну ты не будешь воином РДДшные шмотки. Почему забирать? Нет, блядь? Я по-своему вижу персонажа. Всегда же было, что давали, типа, ИП. Какая разница? Типа, она потом или сейчас будет носить. Что вы доебали? Натуре. Может, ей не хватает одной шмотки, чтобы у нее... Да нет, просто...